60-летний юбилей отметил один из самых прославленных вузов региона. Именно столько исполнилось Ульяновскому государственному техническому университету. По меркам истории, конечно, не очень много, но за эти годы был проделан тернистый и интересный путь развития. В день юбилея из рук руководства области и вуза получали награды работники университета и его ветераны. Среди награжденных Мария Кондратьева. В Политехе преподаватель проработал половину истории вуза, больше 30 лет. Я прошла весь путь, начиная от ассистента и заканчивая доктором наук. Вот деканом я еще являюсь заведующей кафедрой экономика и организации производства. Под моим руководством подготовлены 3 кандидата наук, которые досрочно защитили кандидатские диссертации. Сейчас готовятся к выпуску еще 2 кандидата наук. Чествовали в праздничный день не только преподавателей университета, но и всех его выпускников. Тем более, что среди них довольно много людей, ставших знаменитыми и приносящих большую пользу стране и области. В Альма-Матер реализовывается бренд «Наших видно издалека», задачей которого как раз и входит вспомнить всех выпускников политеха. Современность технического университета – отдельный предмет для гордости. Мы гордимся тем, что по итогам Министерства образования и науки Российской Федерации в 2016 году наш университет выполнил все нормативные показатели по определению эффективности высшей школы. Это единственный в регионе вуз, который имеет такие показатели. Причем все показатели не просто выполнены, но и отмечается хорошее их увеличение. В этот день в вуз приехало много друзей, чтобы поздравить его с знаменательным событием. В своей поздравительной речи губернатор Сергей Морозов назвал политех самым главным техническим вузом области. Сейчас сложно представить, что тогда, в далеких 50-х годах 20 века, история политеха начиналась с небольшого вечернего факультета Куйбышевского индустриального института. И еще сложнее представить, какой внушительный путь этот вуз прошел за эти годы, превратившись в ведущий научно-образовательный центр не только Ульяновского региона, но и всего Приволжского федерального округа. Губернатор вручил техническому университету сертификат на создание центра промышленного интернета. Этот подарок означает, что в богатой истории политеха будет еще много свершений. Егор Цтов, Руслан Баталов, новости дня, Ульяновская правда.